Я не представляю, для чего им такое разнообразие. Тут японцев не хватит, чтобы все это купить и попробовать. Слушай, вот советского человека бы сюда бы. Инфаркт. Да, я думаю, что да. Сразу бы получил инфаркт. Вон он внизу. А, мы там были. Да. Да. Да, пойдем. Ну, в принципе, есть куда сходить вечером, например, там завтра. Или послезавтра. Часа на два нацелиться. Я уверяю тебя, что в Токио